мое любимое время года. Сделаем свою осень уютнее, теплее и душевнее. Это для меня время творчества, уюта, спокойствия, размышлений. Всегда хочется с наступлением холодов набросить на диван теплый плед, забраться под него или накинуть теплую шаль и взять горячую кружку шоколада, поставить на коленки ноутбук с любимым фильмом или взять книгу, полистать любимый журнал. И самое прекрасное, что каждый год можно влюбляться в осень заново. Осенью мир становится ярким, шуршащим и игривым. Осенью это листья, в которые можно закопаться. Это яблоки в саду, которые покрывают землю ярким ковром. Можно испечь вкусный пирог или шарлотку. И можно на протяжении всей осени пить горячий чай с малиновым вареньем и смотреть на дождь за окном. Осень пролетит так быстро, что вы ее не заметите. Поэтому давайте насладимся по полной этим временем года. Есть масса приятных занятий для уютной осени, чтобы поднять себе настроение. Между нами, девочками. Давайте сегодня я вам расскажу, как можно это сделать. Зажигать ароматные свечи. Утром, вечером, тогда, когда вам захочется создать ту атмосферу тепла и уюта, которую могут создать только свечи или камин. Сделать кормушку для птиц в саду и наблюдать из окна, как они клюют свой корм, щебечут и танцуют, распахивая крылья. Можно начать смотреть новый фильм, уютный, добрый, про Францию, французов или какой-либо другой. А можно просто подсесть на новый сериал. Ну и, конечно же, купить красивую осеннюю одежду. А можно сшить своими руками или просто связать теплый кашемировый шарф или яркую с помпоном шапку. Также можно попросить свою бабушку или купить, или связать теплые носки. Теплые носки – это must-have осени. В них так уютно утром, когда не хочется вылезать из-под одеяла. Теплые носки – это как глоток кофе спасения.
можно всегда согреться в объятиях своего любимого. Это еще один претекст, чтобы быть ближе. И еще это подготовка к рождественским праздникам. Именно осенью она начинается, в конце осени. Ярмарки, прекрасная атмосфера праздника. Надеюсь, в этом году она удастся. Давайте все это дружно пожелаем. А еще можно купить новый, красивый, яркий, бордовый или темный, или светлый, как хотите, лак для ногтей. И насладиться процедурой макияжа или спа на дому. Ну и, конечно же, домашняя выпечка. Куда без нее? Здесь и пироги, и с яблоками, и с грушей. В общем, здесь уже вам решать. А еще можно съездить на ферму и купить там, собрать ярких душистых яблок или тыковки, украсить свой дом, интерьер, сменить, декорировать дом к Хэллоуину или просто к осени, собрать листья, читать у камина, просто сделать тыквенный суп-пюре. Это всегда так приятно. Наслаждаться восходом солнца, гулять на природе и слушать шуршание яркой листвы под ногами. А еще можно использовать корицу и различные специи в ваши напитки осенние. Это так вкусно! Собирать шишки, думать о том, как вы будете украшать дом к Новому году. Или просто-напросто обниматься у огня, делиться рецептами, болтать с подружкой по телефону или устроить фотосессию. Я думаю, что все эти занятия, они просто-напросто сделают вашу осень уютной. Можно нарисовать осенний пейзаж. Попробуйте рисовать. Это так отвлекает, расслабляет. А можно просто-напросто заняться лепкой или каким-то декоративным искусством с вашими детьми. Читать, гулять, смеяться, отмечать праздники, просто позвонить маме и сказать, что вы ее любите. Насладиться закатом, домом, съездить в музей, сходить или посетить замок с привидениями, который рядом с вами. А еще, если замок предлагает, можно прокатиться на лошади и почувствовать себя принцессой. Собрать каштаны, собрать грибы. В общем, столько масса дел осенью. И ваша осень, она будет не такая тусклая, не такая мокрая. Она будет теплая, уютная, с любимыми вещами и с любимыми людьми. Принесите яркости, ярких листьев, тепла, улыбок, вкусных запахов в ваш дом. Я больше чем уверена, вы заметите эту осень и полюбите ее снова.